Ну вот моторчик так. Обороты пока поставил 1700, пробовал 1400, нормально тоже работает, для обкатки 1700 пока поставил. Бензин 92-й, 1 к 30 хускварна масло. Я бы не сказал, чтобы он по вибрации какой-то был зверский. Пробовал зажигание чуть вперед двигать, не понравилось, он совсем резкий стал и неустойчивый. А чуть-чуть назад сдвинул, и вибрация меньше стала. А так трясет его, ну, побольше, наверное, чем ZDZ-100 двухцилиндровый. Ну, может быть, чуть-чуть побольше, чем ZNX-62. А так в пределах нормы совершенно вибрация. Это все болтовня, то, что пишут, что он шейкер. Карбюратор достаточно капризно настраивается. Плюс-минус иголочки не попал, он перегазовки не дает. Как попал, все, перегазовки четкие, полный газ дает. Но пока регулировать по-нормальному карбюратор смысла нет, потому что мотор совершенно еще не обкатанный. Он съел 200 грамм топлива, не больше. Вот, попробуем запустить его. Ну, с руки запускается легко вообще. Довольно-таки тяжелый, на нем 5-150 оборотов дает эти глушители. Ну вот мотор оттарахтел пол-литра, сейчас топливо добавил, обороты где-то чуть-чуть прибавились, 5150 было, стал 5200 почти что показывать. 50 оборотов, в принципе, неплохо на этом винте. Еще меньше стало, всего пол-литра съел. Вообще в пределах нормы мотор, никаких проблем с вибрацией я не вижу.
Ну вот как я говорил, что мне не понравилось, это хлипкие такие прокладочки у DG. В общем, глушитель чуть-чуть прослабли винты, я их ни на паклю, ни на герметик, ни на фиксатор не сажал. И чуть-чуть вот он неплотно сидел, и уже прокладку он продрало. Здесь вот запачкалось немножко. Так, не принципиально. Сейчас я поставлю патрубок. Вот, к сожалению, света мало, там плохо видно, но колечко немножко прикаталось. Очевидно, что прикаталось. Вот установил патрубок вместо глушителя. Без герметика, без всего, как смог, так притянул. Нам чисто испытать, как он будет работать. Так, ну вот сейчас настал определенный час истины. Проверим гипотезу о душащем глушителе. Значит, на том глушителе я вот немножко подстроил в конце мотор. Опять подзабогатил. 5-150 оборотов он показал. Посмотрим, что он покажет сейчас на патрубке. Делаем первый запуск на патрубке. Наверное, будет громко. Почти 5600.